Добренько. Всем добренько. Итак, 2 декабря 42 года, 10:25, Сталинград. Снег, минус 20 градусов. Сегодня нам приказали закрепиться к северу от улицы Солнечная. Мой отряд понес тяжелые потери с момента нашего прибытия в Сталинград в сентябре. И подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев. Сейчас я вам покажу. Муха. Держи, пульт свинцовый. Держи, застранец. Ты чё, сука? Сейчас убьёт меня нафиг. Нехорошо бы. Нате в башку, засранец, к чёрту. Они не знают, что мы здесь. Утром мы с лейтенантом Вольским попытаемся захватить немецкие позиции вплоть до Герстага. Вплоть до Горсвета, извините. Если, конечно, не замерзнем до смерти. Рядовой Василий Иванович Козлов. Ну что ж, приступаем, друзья. Ура, товарищи! С Днем Победы! Поздравляю. Итак, приступаем. Товарищи!